Праздничные и торжественно отметили традиционный праздник – День знаний 1 сентября в школах Хасавюртовского района. Первый в новом учебном году школьный звонок прозвенел для 25 тысяч учащихся района. Среди них 3080 мальчиков и девчонок, которые впервые переступили порог школы. Эндрейская средняя школа номер 1 – одна из передовых школ в районе, где особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Асет Арсланханова, уполномоченная от районной администрации, она же депутат районного собрания, зачитала поздравительный адрес главы района Джамбула Шапиевича Салаова, учащимся школы с Днем знаний. Текстом было отмечено, что в Хасавюртовском районе проводится огромный объем работ, делается все возможное для создания комфортных условий для того, чтобы наши дети учились хорошо, сели за парты в чистых и уютных классах. А началось мероприятие с выноса флага школы. Звонок последний всех недавно провожал, сегодня первый школьников встречает. Ах, если б знали, как он летом ждал, тревожился, детей он обожает, и всех детей по именам он знает. Для 11-классников сегодня прозвенит последний первый звонок. А вот для первоклассников он самый первый звонок. К нам на линейку сейчас выйдут наши первоклассники. Они целое лето мечтали об этом дне, волновались, переживали, рассматривали свои новенькие портфели и школьную форму. Все для них ново, неизвестно, неизведанно. Для них начинаются первые школьные дни. Сентябрь наступил, закончилось лето. Пришел праздник знаний, учебы, отметок. Дети, родители, учителя, с праздником вас поздравляю, друзья! Кажется, будто вчера мы стояли, веселое время каникул встречали, которое после учебного года давно началось, но царица природа неумолима, и месяцы лета в прошлом, и школьная форма надета. Пара минут и первый звонок вас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся, завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час, с праздником мы поздравляем всех вас. День необычный сегодня на свете, музыка всюду улыбки смех. Школа открыла дверь для всех, и не грустите, девчонки-мальчишки, по играм, затеям и сказочным книжкам. В школьной жизни волшебство не кончается, сказка здесь продолжается. Давайте, дорогие друзья, громкими аплодисментами встретим наших первоклассников! Первый А-класс, классовод Качеева Гульмира Магомедовна!
звучит, но зависит от нас. Вся Россия, любовь к ней взаимна. И не просто мелодия грянет сейчас, мощь и гордость российского гимна. Школа, внимание, при исполнении гимна России стоять смирно! А самая лучшая на свете школа – это, конечно же, Эндерейская средняя школа номер один. А самый лучший директор на свете – кто? Айзанат Тагировна! Дорогие первоклассники, принимайте поздравления от почетного работника общего среднего образования Российской Федерации, заслуженного учителя Республики Дагестан Абуталиповой Айзанат Абутагировны. Наша школа самая лучшая. Если директор у вас неплохой, это 90% заслуги наших людей, наших индрейцев, нашего села Индрей. Дорогие ребята, уважаемые учителя, любимые наши родители, наши сотрудники, с которыми мы будем работать все школьные годы ваших детей. Я хочу поздравить сегодня вас с праздниками. Сегодня очень берекетный день, 1 сентября. Он совпал не только с Днем знаний,
а с днем Курбан-Байрама. Это очень благодатный праздник мусульманского мира. Поэтому, ребята, ваш праздник сегодня отмечается во всем исламском мире. Я хочу поздравить всех мусульман нашей планеты с этим праздником. Пожелать им здоровья, радости, счастья, обязательно мира. Когда, интересно, наши люди поймут, что можно жить просто, по-доброму, без всяких военных очагов на нашей планете. Пусть этот день придет в каждый дом. Пусть все дети будут счастливы. Пусть все взрослые будут живы. А вас, ребята, и дорогих наших учителей я хочу поздравить, как всегда, с Днем Знаний. Это тоже 11-й год моей работы. И я думаю, что этот год должен быть таким же плодотворным, как и прошлый год. Но легким он не будет. Легким, ребята, он не будет. И 9-й классы, и 11-й классы. Вы знаете, что с первых дней учебы надо уже думать о той финишной ленточке. А 25 мая, когда мы вот в таком же составе соберемся на последний звонок, а перед вами будет стартовая дорожка ЕГЭ и УГЭ. Я желаю нашим выпускникам, посмотрите, какие они сегодня красивые, машалла. Наши дети тоже самые красивые. Посмотрите, 9-е классы, какие радостные они. Их ждет тоже, экзамены их ждут. Их ждет учебный год. Но все будет, ребята. Потому что я хочу сказать, что уже 2 года наша школа дает 100% успеваемость. Выпускники наши 100% сдают ЕГЭ, показывают хорошие результаты. В этом году у нас есть тоже высокий результат, 87 баллов. Это очень престижно для каждого учителя и для каждой школы. Где-то 70% наших учеников поступили в высшие учебные заведения. 20 выпускников поступили в средние учебные заведения. И несколько выпускников наших, они, значит, устроились на курсы. Это тоже очень хорошо. Никто не остался на улице. Желаю вам тоже определить свою жизненную дорогу и выбрать ее в соответствии со своими возможностями, осилить ее и стать настоящими гражданами нашей России. Молодцы! Оказывается, знают русский язык. Вот, ребята, наша школа, посмотрите, какая красивая. 3 месяца она готовилась встретить вас. Уютные, чистые, красивые классы. Прекрасные у вас будут учителя. Я желаю вам, чтобы вы освоили успешно первый год обучения, а дальше уже вам страшно не будет, потому что вы уже будете настоящими школьниками. Желаю вам и вашим родителям успешных совместных школьных годов. Родному нашему Андрею процветания, добра, мира и спокойствия в каждой семье, в каждом народе. Наша Россия велика, наша Россия многонациональна, наша Россия великая держава. И наш Дагестан, субъект России, наравне со всеми народами участвует в общественно-политической жизни нашего государства. И вот Асият Абдулмаджидовна приняла активное участие в акции «Помоги собраться в школу». Она привезла с собой комплекты одежды для девочек, школьной формы. Спасибо большое, Асият Абдулмаджидовна. Пусть процветает наша Россия, пусть процветает наша партия «Единая Россия». Кроме того, я хочу вам сказать, что учителя нашей индрийской школы номер 1 приняли самое активное участие в этой акции. По мере своих возможностей они собрали канцелярские товары, учебные принадлежности, принесли
для многих детей элементы одежды, принесли карандаши, фломастеры, портфели принесли. Это все очень помогло нашим детям прийти в школу. Спасибо всем. Ну а сейчас, первоклассники, вас с днем знаний поздравит ваша самая главная мама в начальной школе, почетный работник общего среднего образования Российской Федерации Абдулазизова Рупия Абдулхакимовна. Добрый день, уважаемые учителя, родители, гости нашей школы, дорогие ребята. Я лично от себя хочу поздравить всех вас с наступающим новым учебным годом, с Днем Знаний. Пожелать вам солнечного тепла, чистого, голубого неба и мира на всей земле. Пусть для учителей работа, а для детей учеба в школе станет веселым, радостным, вечным праздником. Сегодня и праздник наших первоклассников. Дорогие мои первоклассники, вы первый раз пришли сегодня в школу, первый раз в первый класс. И для вас сегодня прозвенит первый школьный наш звонок. Дорогие мои первоклассники и их родители, сегодня я рада от всей души поздравить всех вас с замечательным днем, первым днем школьной жизни. Для всех вас наступает новый школьный этап, полный удивительных открытий, новых впечатлений, важных достижений и побед. Но не скрою, конечно, будущих наших первоклассников, будущих школьников, на пути, конечно, ждет немало трудностей и преград. Но мы, учителя, всегда будем рядом, всегда будем помогать в решении сложных, трудных задач. Будем направлять и вдохновлять на совершение. Надеемся, дорогие мои первоклассники, что новый учебный год будет самым счастливым, подарят вам свет знаний, научат вас доброте и справедливости. Еще раз праздником, с Днем Знаний. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с праздником Курбан-Байрам, пожелать вам здоровья, счастья, долгих-долгих лет жизни, мира и добра. Дорогие первоклассники, сегодня очень много людей хотят вас поздравить. Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Арсланханова Асият Абдулмажидовна. Заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан Темукова Нуру Султановна. Генеральный директор телевидения «Айташ», член Союза журналистов России, член Союза писателей России, наш уважаемый Гебек Арзулумович Канамбиев. Дорогие ученики, дорогие родители, дорогие учителя, я хочу вас поздравить от имени главы района Камбулата Салава, депутатского корпуса, всех членов Политсовета «Единая Россия» и от себя лично с этим вашим знаменательным днем знаний. Пожелать вам удачи. Вы представляете, сегодня вот вы, первоклассники, пришли в эту школу впервые и видите, как вас школа встречает. Она очень подготовилась к вашему приходу. Вы вступили в этот порог этой школы. Я желаю, чтобы эта школа для вас стала родной семьей, родным домом. Ваши ученики, ваши одноклассники стали вашей семьей. Родителям я желаю, чтобы вы всегда помогали своим детям. А учителям желаю терпения, удачи, успехов. И еще хочу сказать, что этот день сегодня совпал с таким святым праздником Курбан-Байрам. Я всех от души поздравляю с этим святым днем. И желаю вам, чтобы этот праздник, так как вы вступили в этот день с этим же праздником, святость этого праздника во всем сопутствовала вам удачей в вашей учебе. Со стороны администрации, для района, для всех жителей, для вашего Андрея делается все возможное, чтобы вам здесь жилось очень хорошо. Вы знаете, в этом году сколько приятных сюрпризов было в селении Андрей.
для вас построили дворец культуры, дом народного творчества, построили новую администрацию, отремонтировали ФАП, детский садик. Все это делается для того, чтобы вам жилось в этом селении хорошо. И хочу вас обрадовать, на днях району нашему вручили знамя, диплом за первое место, которое мы получили в республиканском соревновании среди равнинных районов по итогам социально-экономического развития района. И в этом есть большая заслуга всех жителей нашего района. Я хочу, чтобы вот это место, которое мы получили, чтобы вы, новые ученики этого года, тоже повлияли хорошими своими знаниями, с хорошей удачной учебой. И вы всегда были первыми, как мы сегодня добиваемся таких успехов в районе. Я желаю вам всем здоровья крепкого, чтобы вы всегда были такими счастливыми, как в этот день. Вступая в порог первого класса, вы были всегда такие радостные, чтобы вы до конца своей жизни пронесли ее с такой радостью. А выпускникам этого года я желаю, чтобы они успешно сдали свои ЕГЭ и поступили туда, куда они хотели бы поступить. И чтобы вы были достойными жителями селения Эндерей. Всех благ вам! Аяулы яшларыбыз, абырлы учителлерибиз, юртубуздагы радиотелер. Бүгүн сизге байрам күн барыбызга да. Бүгүн биздин первый класс. Просто мен шолага карап, жүрөгүмдөн сүйүндүм. Неге биздин юртубуздун келечеги? Аяулы яшларыбыз, бүгүн сиздин байрам күнүңүз менен кутлайман. Ак жүрөктөн сизге тарахаттык. Sizge yaşağımızda, ocağımızda şartlık göreyim. Bugün gibi yürekleriniz şartlık olsun ömrümüzde ayağını yaşlarımız. Bizim yaşlarımız, görüp durasız bizim yurtumuz neçik özgen, bizim yurtumuz neçik kültürası da ötüp dura. Şu geleyen takılın ya, yaşlar, radittirler, bizim için, yaşlar sizin için, şu bizim yurtumuzda boğulup durağın eru işler, kültüralar, yaşlar, şolanı da anlar, ayağlı yaşlarımız, ayrıpta mına ulu klas daha yaşlar, ters yollağa düşerden sap boluğuz, birbirimizin suyumuz, birbirimizi abur ettiyiz, radetillerinizi, siz uçtillerinizi abur ettiyiz, uçtiller sizge bilim veri, hakıl veri, tüz yollanı yoray, ata anağız yemit sizge abur ettesi yeti. Her zamanla da suyunup kullanıp şu kuyuna biz bayramlarını ötkökme bizge Allah nasip etsin. Ayağlı yaşlarımız, radetiller. Bugün ben sizin bir dağı suyumun kutlamağa kurman bayramla. Bizim Çin'de İslam iskeyi sıyılı kurman bayram. Şu bayram günümüz olanına barıgızında kutlayman. Yıldan yılga esinimden getip, ya Allah ya Allah, suyunup kullanıp kök bayramlarını şolayı ötkökme Allah nasip etsin. Ya Allah, etken sadakalarınızın da Allah kabul etsin ya Allah, Allah kabul etip alsın. Amin ya Allah. Осень кружит листья золотые, и в прекрасном золотом дожде хризантемы белые, большие, расцветают звездами везде. Это первоклассников цветение в пору золотых чудесных дней. Это новых звездочек свечение и полеты белых голубей. Слово предоставляется самым маленьким ученикам, которые начинают сегодня свое увлекательное путешествие в страну знаний. Я, Касанова Фатима, кстати, школьницей готов. Иду с охотой в первый класс и буду радоваться к вам. Оценками отличный, рисунками симпатичный. Люблю я с детьми рисовать, художница мечтаю стать. Принимай часто скоро, ребятишек, первый класс. На сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас. Я вчера еще не знал, что такое школа, и себе не помещал, даже про такое. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколяты со двора. Завтра школа.
будешь нас? Ученицей стану я, как и все мои друзья. Школа станет дом второй, светлый, добрый и родной. Я проснулся утром рано, на портфель свой сразу глянул. Там тетрадки и книжки, и тетрадь угольника. Спать я лег простым мальчишкой, а проснулся школьником. Попрощалась с куклой дома. Я пошла учиться в школу. В школе некогда играть, книжки буду я читать. Всей семьей большой портфель собирали целый день. А потом мне книжки с ним сами шли, в него ложились. Первая учительница, мы вас поздравляем. И здоровья крепкого очень вам желаем. Вам пришли учиться мы, и теперь мы класс. Можно классной мамой назовем вас. Нарядные, парадные, такие ненаглядные, причесанные. С бантиками девочки идут, и мальчики отличные, такие симпатичные, такие аккуратные, в руках цветы несут. Все бывшие проказники сегодня первоклассники, сегодня все хорошие, таких вот в школе ждут. В школу мы пришли сегодня, чтобы все на свете знать, всему нужно научиться складывать, писать, читать. И на тысячи вопросов нам учитель даст ответ. Все нам в жизни пригодится, ведь учение – это свет. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа. Здравствуй, наш любимый класс. Пусть нам лето жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, знаниям дорога, здравствуй, праздник сентября. Сейчас прозвенит первый школьный звонок. Учитель начнет с нами первый школьный урок. Покажет нам школу, покажет нам класс, а жизнь страны поведет свой рассказ. Мы не знаем, как учиться, когда сесть, когда вставать. Ночью можем не ложиться, чтоб к урокам не проспать. А вы, наша мама, не смейте реветь. Маячь по окнам громко шуметь, чтобы не было стыдно нам школу завать. Ведь школьный страх, он для всех и для вас. Это нам сегодня школа. Первый раз, первый класс. Это праздник очень новый, замечательный у нас. Я не мог заснуть сегодня, просыпался без конца. Может, праздник новогодний, но сердце в руках. Звенит звонок, добрый день, школа. Завез ты нас на свете, счастлив, загорел. Нас встречает своих друзей. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причины не проспим. Можно ли тетради мело на старучке написать? Зачем скромным и теперь смелым промолчать или закричать? И научимся в тетрадках, только ручками физа. И спортзале физзарядку будем дружно выполнять. И буфет за пирожками, будем подкачать жесть. Но сегодня наши мамы Пипи и наш первый класс. Мы волнуемся все вместе, мы за них, они за нас. Это вам не пляски, песни, белый класс, да белый класс. Чтобы узнать, как велика земля, чтоб открывать науки, словно страны, вас знаниям поведут учителя, испытанные капитаны. Для вас, первоклашки, свой музыкальный подарок дарит наша ученица 6 класса Гасанова Айна. Звучит песня «Школа нас встречает».
цветы машет крылом. И учиться нам время пришло. Мы спешим снова в школу с тобой. Это ранний осенний порой. Школа нас встречает, любит, обещает. Ты прекрасный, знаний перед нами раскрыт. Это очень важно не сказать. Однажды обещаю также любить. Это школа наша. Школа нас встречает, любит, обещает. Ты прекрасный, знаний перед нами раскрыть. Это очень важно не сказать. Однажды обещаем также любить. Школа нас встречает, любит, обещает. Ты прекрасный, знаний перед нами раскрыть. Это очень важно не сказать. Однажды обещаем также любить. Это школа наша. Мы за лето отдохнули и немного подросли. И сегодня на линейку в свою школу мы пришли. Здесь мы словно очень дружной, понимающей семье. Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе. Мы сегодня очень рады встретить всех учителей и хотим опять за парты заниматься поскорей. Знаем, это ненадолго, скоро рвение пройдет, но сегодня день особый, школа нас к себе зовет. Так позвольте же нам обратиться к тем, что лит начинает учиться. Вас, первоклассники, мы поздравляем, отличных успехов в учебе желаем. Пожелаем вам стремительно круговороте школьных дней, интереснейших событий, добрых, преданных друзей. Чтобы домашние задания были выполнены в срок, чтобы готовые желания приходили на урок, чтобы поняли, что главное – не оценки, а умения, быстрый ум и сердце доброе. Вам удачи и терпения! Просто, просто мы маленькие звезды. Храните, и радость от них
сквозь года пронесите. Звени звонок, звени звонок, уроки открывая, мы к знаниям идем вперед, усталости не зная. Право дать первый звонок 2017-2018 нового учебного года предоставляется выпускникам Муратбекову Азамату и Караевой Диане, а также нашим первоклассникам Гусейнову Раджабу и Агаевой Амине. В тот же день в Вендрейской средней школе номер 1 состоялась встреча старшеклассников с ветераном труда, кавалером орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового красного знамени и знака почета Нурутемуковой, организованной Общероссийским народным фронтом Республики Дагестан на тему «Россия. Устремленное будущее». Об этом мы расскажем в другой передаче.